юная участница коллектива, 9-летняя Камила Амирова, исполняет произведение Вивальди. Именно его она представит на концерте «Созвездие талантов». Любовь к музыке у Камилы родилась в раннем детстве, когда мама привела ее в образовательный центр «Растем вместе». После скрипка стала неотъемлемой частью ее жизни. Ну, потому что она красивая, у нее красивый, богатый звук. Обычно, когда короткий палец вот этот вот отдает, все на виолончель. А вот у меня педагог посмотрел, ну, когда еще в детский клуб мы пошли, и она поняла, что меня надо на скрипку именно, потому что у меня длинные пальцы, но мне понравилось на скрипке играть. У нее красивый звук. У большинства этих одаренных ребят уже есть успешный опыт игры с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. Все они являются лучшими учениками музыкального колледжа, а также многочисленными победителями всевозможных соревнований. Я всегда любил сцену. Это для меня было удовольствие выходить на сцену и даже в садике рассказывать стихи. Мне нравились аплодисменты, это все. Но мне нравилось работать для публики, чтобы публика получала удовольствие. Мне нравилось дарить эмоции людям. И поэтому я выбрал музыку, потому что я увидел как-то концерт Эмили Гиллиса. Он, кстати, как раз играл концерт Грига. Это мне вот эта запись попалась. Концерт посвящен Дню Учителя и станет музыкальным подарком любимым педагогам. В этот вечер в программе инструментальные концерты Вивальди, Баха, Моцарта, Бетховена, Рейнека и Грига. Ждать, я думаю, ждать музыки, ждать новых впечатлений, ждать искренности, наверное, всего самого хорошего. Волнение, безусловно, есть. Это такое чувство музыканта, которое должно быть. Если я не буду чувствовать волнение, то, наверное, не нужно уже быть музыкантом. И такое волнение – это не паника, это скорее кипение внутри, которое эмоции и охота их уже быстрее просто подарить. Концерт «Созвездие талантов» состоится 7 октября в концертном зале «Башкортостан». Начало в 19:00. Евгения Кретова, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ.